И всем привет! Сегодня у нас новая рубрика «Путь к 100% коллекции». Я думаю, это будет не сложно, но и нелегко. Во-первых, что могу отметить, это то, что я играю абсолютно без каких-либо читов, без каких-либо багов, лагов, взломок и так далее. Все, что сейчас есть на моем аккаунте, это плод того, что я играю в эту игру. Вот такая вот у меня на данный момент коллекция, 42%, и, естественно, я хочу сделать, чтобы здесь красовалась цифра 100. Собственно, к этому я и стремлюсь. Собираю я по-разному, но, скорее всего, буду собирать по типам карт. Во-первых, Once to Watch, Леонель Месси, я его продал временно, но он уже как бы 1,5 миллиона я на нем заработал. Все, Месси обратно куплен. Теперь у нас полная ОТВ коллекция. Короче, вот это вот Данте я соберу. Как вы понимаете, он у меня еще не собран. Что могу еще сказать? Вот эти вот толчки карты я Политано продал, к сожалению, для себя. Да так еще, в принципе, все. Как видите, у меня уже есть несколько собранных коллекций. И это, естественно, не... Да, это даже не то, чего я хочу. Собственно, как все это будет происходить? У меня сейчас на аккаунте нет нескольких карт. И я специально создал фарм-клуб. В этом, ну, чтобы просто получать карточки. Типа, мне нужен Дэвинсон. И у меня сейчас 26 уровень этого сезона. А уровень этого сезона 20. Естественно, я все получу. Осталось прям совсем немножко до... Да, в принципе, осталось прям совсем немножко в принципе. Естественно, я все здесь выполняю. Ну, ежедневные эти я еще не успел выполнить, но выполню обязательно. Что еще могу сказать? Это то, что сейчас я буду заниматься очень большим трейдингом, потому что, ну, монетки мне все-таки нужны. Они как бы всем всегда нужны, очевидно. Сегодня же я хочу прямо вот с вами закрыть коллекцию разных золотых карт. Естественно, надо купить к себе Лионеля Месси в состав. За 2 миллиона. Чтобы вы понимали, я вот только недавно сбагривал за 5. Но это так, информация просто. Вот он что-то слишком сильно подскочил, и я его решил продать, понимая, что заработаю на этом немалую сумму монет. Я понимаю, что некоторых карт даже нет на рынке, типа Фельдша. Я вообще в шоке, почему его нет на рынке. Также я офигеваю с цены на Фабиана. Типа, ну, я его, естественно, куплю. И моя задача будет найти где-то жоту Фельдша, потому что, ну, я не знаю, где их найти. Еще и Дермилитау нет на рынке. В общем, очень странная какая-то тема. Если у кого-то есть эти карты, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что очень сильно нужны для коллекции. Вот я могу, в принципе, за них хоть 500 тысяч отвалить, но это просто максимальное количество монет, которое можно дать. Да и, в принципе, все. Я думаю, 500 тысяч за карточку условного фельдша, это даже много. Но, опять же, мне не жалко. Также всем, кто начинает играть в игру, могу скинуть, ну, тоже немножко, в принципе, карточек. Во-первых, потому что у меня их много, а во-вторых, потому что, ну, монеты, конечно, есть куда девать, но для подписчиков не жалко. Кстати, об этом. Недавно был конкурс, 2 недели назад, и я забыл выложить результаты. И до сих пор это забываю сделать. Если мне кто-то объяснит, почему я сейчас снимаю видео и говорю об этом, но помню то, что я забыл их выложить и не выкладываю. Вот даже не спрашивайте. Они выйдут, но мне придется их перезаписать немножко из-за того, что... Как там сказать? Ну, потому что... Да потому что так надо. Я не знаю, что еще сказать в этом плане. Опять же, немножко сейчас странное ощущение. Как минимум, потому что, ну, понимаю, что он косячил. Но время назад уже не вернуть. Так что, да. Как видите, карточки потихоньку, но получаю. Главное будет еще те карты, которых у меня нет, получить. Скорее всего, я сейчас пойду собирать All Gold паки. Потому что, ну, это единственные паки, которых можно реально пропнуть вот какая-то из нужных мне карточек. Очень, кстати, надеюсь на то, что реально получится собрать коллекцию до, ну, хотя бы вот этих вот карт. Потому что тут, ну, там осталось буквально 5-6 карт. Я, кстати, в шоке еще из цены ноу-хауса. Но так как он мне нужен для коллекции, я его, естественно, покупаю.
выкупаем Берарди, Челханаглу, дешевые довольно-таки карточки и Бабац Декл Райс, который стоит 200 тысяч. Ну, как бы, у меня даже вопросов здесь никаких нет к этой карте. Она, конечно, хорошая, интересная, все такое. Но, блин, какие 200 тысяч? Это карточки, да, дорогое золото. Не особо понимаю смысл вообще со всего этого происходящего. Да. Что еще могу сказать? Это то, что рубрика будет выходить буквально вот реально раз в два дня. Я буду стараться реально это делать, потому что мне эта рубрика, во-первых, самому интересна, а во-вторых, я покупаю карточки даже за кадром. То есть, понятное дело, то, что, кстати, для этой полной коллекции мне приходится тупо сидеть и открывать бесплатные бронзовые паки. Это вот, пожалуй, последняя степень того, что я вообще не хотел делать, но придется, естественно. Естественно, во время этой рубрики также будут советы для новичков. Ну и в каждой, пожалуй, рубрике я буду разыгрывать... давайте сделаем... Слушайте, у меня даже интересная мысль появилась. Я в каждой рубрике буду разыгрывать зубастика. 94-го. Как вам такая мысль? Отпишите в комментарии. Кто досмотрел до этого момента, действительно, можете написать в комментарии, и кто соберет по буквам. Ваша задача будет просто написать тайм-код. Кто первый это сделает, тому и отправится зубастик. Вот, в принципе, и все. Ну, не тайм-код один, а тайм-коды. То есть я буду распихивать буквы по кадрам, и ваша задача будет написать хотя бы приблизительное время. То есть, если будет ошибка где-то в одну секунду, это, естественно, не рассчитывается как полноценная ошибка. Так что да, зубастик разыгрывается в каждом выпуске. Ой, как больно, конечно, мне будет отдавать 20 миллионов монет халявных. Но зато подписчикам топово. В принципе, да. Опять же, я представляю лицо новичка, который просто вот берет, и ему бабац в самом начале аккаунта прилетает зубастик. Почему бы и нет? Да, потому что, вот, во-первых, его можно продать за 20 миллионов, и за эти 20 лямов, я вам так скажу, за них можно собрать дикий состав 192. Понятное дело, то, что на составы 193, 194, 195 понадобится, во-первых, много времени, во-вторых, много сил, а во-вторых, уровень моей математики. Во-первых, во-вторых, во-вторых, не удивился, если бы сказал дальше, во-первых. Ну, так вот. Что я хотел сказать? Да, как вы понимаете, я всегда работаю быстро, всегда с пониманием того, что я говорю, и с пониманием того, что я делаю. Да, особенно если учесть то, что я сейчас покупаю какие-то ненужные мне карты, именно в состав, за 20-30 тысяч монет. И да, если кто-то скажет открывать паки банально, то я вам так скажу. Паки у меня есть. И очень даже немало. Но я коплю их на события Тотти. Они, естественно, выйдут. Плюс, скорее всего, eSports, это же eSports. Они выкатят какое-то какое-то событие к чемпионату мира. И вот когда будут доступны и Тотти, и чемпионата мира, игроки, я все это открою за одно видео. Понятное дело, придется много обрезать, потому что паки не все будут интересные. Но я уверен, я прям реально уверен в том, что эта идея очень перспективная, как минимум в плане того, что... Что? В плане того, что я хотел сказать. В общем, идея перспективная в плане того, что можно поймать какие-то топовые новые карты. Я думаю, это вообще никто не будет в минусе. Типа, если я выложу видео, поймал Тотти в каком-нибудь паке негарантированном, то я думаю, все будут, естественно, не против такое посмотреть. И опять же, все, кто заметит. Хотя, понятное дело, то, что половина, добрая половина, естественно, откажется от просмотра какого-то канала. Но, как минимум, потому что там будут видео фиферов похожие. Но я все-таки верю в то, что на Тотти удастся поднять активность. И да, вы сейчас видите, сколько времени прошло, я на самом деле в шоке от того, как много я сказал и как мало я сделал. В общем, я, наверное... даже не буду продолжать, то есть сейчас буквально вот
все куплю, но это уже останется за кадром. И покажу вам полную коллекцию нонрадного золота. Сейчас буквально вот через 3, 2, 1 и так далее вы увидите скриншот. И на этом все. Поэтому я с вами попрощаюсь. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Опять же, видео будет выходить один раз в 2 дня. Это очень дикий Это очень серьезный для меня график, потому что у меня много дел, у меня репетиторы, у меня сейчас школа, у меня ОГЭ впереди. Так что, если я реально смогу успевать делать столько видосов, то ну, это будет очень сильно заслуживать лайка, честно. Вот. Я очень надеюсь, то, что вы его все уже влепили. Диавары нет на рынке. За что, диавара? Ты только что сломал мою мечту. Ладно, все, давайте. Смотрите на коллекцию.